Фосфорит, молодые специалисты. Мы сейчас вам покажем небольшой ролик, а потом чуть расскажем про нашу компанию. Хорошо. Что мы едим? С этим вопросом мы сталкиваемся каждый день. Все мы хотим, чтобы продукты были вкусными и полезными. Зелень, фрукты, овощи будут такими, если в почве окажутся питательные вещества. Их три. Азот делает растения сильными и крепкими. Фосфор стимулирует рост корней. Калий делает воду обеспеченной. В которых есть азот, фосфор и калий, могут спасти нашу планету от голода. Нас становится все больше и больше. А как всех покормить, а? Удобрение. Вот что делает землю плодородной. Кормите землю, и она накормит вас. Рахим – это минеральная химическая компания, которая специализируется на производстве минеральных удобрений. Мы крупнейшие в России и одни из крупнейших в мире. Мы первая компания, которая начала производить всю линейку удобрений. Это и фосфатные, и калийные, и азотные удобрения. Компания Еврохим и предприятие «Фосфорит» расположены в городе Пингисепп. Мы первая компания в России, которая начала производить весь спектр минеральных удобрений. И калийные, и азотные, и фосфорные. Мы этим очень гордимся. Наша компания разделена на 4 основных дивизиона. Горнорудный, дивизион удобрений, логистика и коммерческий дивизион. У нас очень широкая география. Наши компании представлены в Бразилии, в Китае, в Германии, в Литве, в России, в Казахстане. То есть у нас очень широкая география. Мы хотим, чтобы вы отучились и пришли работать к нам. Нам нужны специалисты, нам нужны профессионалы своего дела. Ну, информации было достаточно. Все очень понятно объяснили. И есть над чем подумать перед выбором своей будущей специальности. Это очень хорошая работа, сюда нужно идти работать. Всем своим одноклассникам советую, куда пойти работать. Кажется, довольно-таки все как бы рассказывать именно все самое главное, все довольно кратко и все понятно. Как бы я считаю, что нужно не больше, не меньше рассказывать. Если вот подобные мероприятия, когда вы встречаетесь с работодателями, с потенциальными, с представителями вузов, да, там, высших учебных заведений, средних, насколько это вот вам дает в выборе, определиться в выборе будущей профессии? Ну, как это? Конечно, это многое дает, потому что когда общаешься с работодателем, ну, представляешь, в принципе, как ты будешь работать, как ты будешь иметь дело с похожими людьми. Все представляют определенную профессию, и это играет большую роль в будущей профессии. Насколько, по вашему мнению, нужно это ребятам, именно вот старших классов? Вообще Кингисеппский район, администрация Кингисеппского района очень заботится и беспокоится о том, какой дальнейший путь будут выбирать выпускники кингисеппских школ. Мы работаем, естественно, для них и для наших родителей. Поэтому совместно вот с Кингисеппским центром занятости населения они являются инициаторами ярмарки профессий учебных мест. Проходит на 13-й год. И, наверное, это большой показатель, да, то, что она востребована и очень нужна. Дети сами предлагают обращаться в какие учебные заведения, какие их интересуют. Мы выводим статистику поступления учащихся Кингисеппского района. Нам очень важен интерес кингисеппских работодателей для развития экономики Кингисеппского района. Да? И, конечно, все это вместе позволяет находить те учебные заведения, и в том числе работодателей наших, вы видите, они на ярмарке тоже представлены, да? Тех, кому это важно и интересно. В нашем городе, в нашем районе это важно всем.